Ну что ж, ареару, мои маленькие любители покушать, и мы продолжаем играть такой градостроительный симулятор City Skylines. Ой, как давно я тут не был. Опять я моды не установил сюда, но ничего страшного. Мы все обойдется. Свалка у нас заполнена одна, кстати, на соточку. Надо посмотреть, что по свалкам у нас. У нас, в принципе, успевает все перерабатываться. И это замечательно. Посмотрите, что я могу делать. Плавающий мусоросборник я могу наконец-таки сделать. И, в принципе, начать здесь вот все очищать. По идее, то, что течет дальше по этому течению, будет более-менее чистым, да? Надеюсь. Ну-ка посмотрим. Ну да, тут, смотрите, вода становится более чистой. И это очень замечательно. А тут нужно еще больше количества мусоросборников ставить, потому что они вот здесь не очень хорошо работают. Так как нам с недавних пор начали быть доступны крематории, возле пары кладбищ я, пожалуй, сделаю эти крематории. Опа. Замечательно. У нас, пока я делал тут крематории, у нас доступна теперь второго уровня лесная наша промышленность. Это замечательно. Но сейчас не об этом. Так, я, пожалуй, два крематория, в принципе, размещу. Мне пока этого хватит. Очень даже. Так, замечательно. И настало, мне кажется, время, самое время настало заняться вот этим всем вот... нашим участком разместить здесь целый другой третий город, который у нас здесь будет. Также он будет с высокой застройкой. Также это все будет непосредственно у нас отдельная зона. Вот это все будет один здоровый город. Ну, за исключением вот этой трассы, которая не будет являться частью города. Я решил не изобретать велосипед и сделаю здесь кольцевую развязочку, а уже от кольцевой развязочки буду отталкиваться. И делать все наше остальное. Решил не изобретать велосипед, сделать здесь вот такой вот небольшой райончик. Как бы я думаю, здесь проблем с пробками не началось, потому что тут везде одностороннее движение по факту. То есть, наоборот, двустороннее движение здесь по факту. Так, прошло немного времени, и я снес просто нашу полностью прошлую развязочку. Максимально полностью. И решил ее переделать вот в таком вот ключе. Сейчас расскажу, что я тут запланировал. Здесь вот сделать также небольшой вот провинциальный райончик. Здесь будут находиться все службы нашего города. Здесь вот сделать небольшой вот городишко. Наподобие того, что стоит вот здесь вот. И также на берегу сделать такие вот большие города, не города. Ну, тут, думаю, ясно. А здесь вот уже не будет непосредственно располагаться наш самый основной большой город. Но я продолжу строительство. На самом деле, это планирование и всего размещения занимает очень много времени. На самом деле, это все скучно, поэтому я все это вырезаю. Это для вас, мои ребятки. Так, что я сделал теперь? Я сделал небольшой вот здесь вот. Как я и говорил... провинциальный райончик, где будут располагаться службы нашего города. И разместил вот такие вот полосы, которые будут разграничивать наш город на определенные улицы или районы, как будет угодно называть. То есть по задумке, каждый, кто едет вот здесь вот, допустим, кто выезжает сюда, и чтобы не делать ему вот такой вот огромный круг, он может выехать по вот этому райончику и обратно заехать на этот круг. Я думаю, это поможет разобраться с пробками и сделает город только лучше, потому что чем больше народ будет ехать сюда... тем больше вот здесь вот будет заполненность, и чем меньше будет пропускать способность непосредственно у этого круга. Так, дальше я размещаю вот здесь вот небольшие улочки, где будут располагаться непосредственно наши домики. Так, я вот таким вот примерно у нас город получается, как, не знаю, как лесок. На самом деле реально похож на какой-то лес, какое-то яйцо с лесом. Это очень забавно выглядит, но все же. Я думаю, это даст там какой-то продуктивности прирост. И у нас все будет с этим хорошо. Так, не забыть надо сначала про воду, а уже потом уже про все остальное. Так, все я, по идее, разместил. Теперь осталось у нас размещение непосредственно наших жилых районов и жилых зон. То есть жилых, коммерций и деловых зон. Я думаю, отводить под них непосредственно целые районы. То есть, допустим, вот этот вот весь район будет цельно деловым. И тут будут только дела наши производиться. Хочу, чтобы вот этот вот район весь был сугубо жилым. Хотя нет, вот это плохая идея. Чтобы вот этот весь, наоборот, район был весь жилым. Вот этот. Вот это вот все. То есть вот этот небольшой такой загогулина, буква Г-шечка. И пошла застройка, да. Потому что я вижу, потребность по коммерции есть.
а пока есть возможность, вдоль вот этой вот дороги. Я понимаю, будет шумновато, но так как тут немножечко зеленая у нас дорожка... Ой, электричество забыли, электричество. Так, провели электричество, и должно быть сейчас это все пропасть. Да, замечательно. Теперь есть проблема с рабочей зоной, но я думаю, разместить ее где-нибудь вот здесь вот. Думаю, хорошее место, чтобы разместить здесь рабочую зону. Более по ней потребность какая-никакая имеется. Вот это вот полностью также можно отдать под деловую. Хотя бы то, что внутри находится. А уже по окраине я буду размещать вещи первой необходимости. Например, первым делом пожарную станцию. Тут даже пожарное депо нужно большое размещать. Так, опять по электричеству просадки у нас какие-то идут. Думаю, это очень легко решается, если я сделаю вот здесь вот район жилой. Правильно же? Если тут застроится, то у нас не будет наша, как это правильно, деловая зона нуждаться в электричестве, и все будет замечательно. А эта зона, я ничего-то не подумал о ней, то что ей тоже нужно электричество. Пока проведем линию электропередач, а дальше будем делать посмотреть. Так, пожарную мы разместили, теперь нужно поставить здесь областную больницу. Да, замечательно. Кладбище тут, пожалуй, тут тоже размести вместе с парочкой крематориев. Ну, баньку одну надо будет разместить где-нибудь. Да, баню где-нибудь в жилой зоне, где-нибудь одну хотя бы штучку разместить. Пожарные у нас есть. И полиция. Давайте здесь большой-большой полицейский участок разместим. О, все, произведено, да? Или как оно? Просто я здесь вот сделал небольшой такой временный вариантик линии электропередач, но, как оказывается, одного ветрячка нам маловато для того, чтобы поддерживать электричество в нашем деловом районе. Я вижу, тут проведено электричество, все замечательно у нас проведено. Нужно ждать, когда у нас дома непосредственно все застроятся, чтобы узнать, что нам необходимо станет. В плане жителей, нам население нужно будет повышать или что. А пока мы ждем, я продолжу строить здесь вот и облагораживать. Здесь вот сделаю небольшую набережную, где будут жить наши маленькие жители с маленькими домиками, но с большими деньгами. Ой, как замечательно я все провел. И осталось здесь вот небольшие райончики наши заместить непосредственно вот такими вот перекресточками. Так, и осталось только вот этими маленькими жилыми зонами разместить здесь все оставшееся, что нам необходимо. Так, то есть, как минимум вот эту вот набережную, и весь вот этот район будет целенаправленно маленькие домики. Потому что здесь будет очень большая, высокая стоимость земли. Мне хочется посмотреть, что у нас там по пробкам, в принципе, стало. Трафик 84%. Кстати, с трафиком у нас и возникают некие проблемы. Где у нас вообще проблемы с трафиком? Вот это вот место очень... востребованные, здесь очень много трафика. Хорошо. 78, кстати, уже процентов. Вот я вижу красные места вот здесь вот у нас. А с чем это связано, интересно мне знать. А я не понимаю, почему... Вот я навожу сюда, да, и смотрим. Сюда едут больше вот по этой дороге. Вот по этой дороге, да. И едут сюда по шоссе. По шоссе едут все, кому не лень. Окей, хорошо. Едут дальше по вот сюда, разворачиваются и уезжают отсюда. Чему-то. Мне совсем непонятна логика этих людей. Пробуем сделать сейчас развилку вот сюда, вот в сторону нашего жилого района. Пробуем снять как-то нагрузку непосредственно с той улицы. Надеюсь, это как-то поможет решить проблему с трафиком. Проблема с трафиком решилась, но по-прежнему этот перекрест является зоной загруженности большой. И тут, как я вижу, очень много людей сюда ездит. Как минимум, какие-то грузовики, которые почему-то выбирают приоритетом вот этот маршрут, если есть вот это вот. Давайте вот это вот выберем приоритетной дорогой, чтобы грузовики выбирали ее. Ага. То есть сейчас у нас трафик... О, центр региона, замечательно. 83% у нас теперь с трафиком. Большая потребность у нас сейчас наблюдается в средняя потребность является у нас в деловых зонах. Давайте им, раз потребность есть, давайте вот этот вот уголок полностью застроим под деловые зоны. У нас по-прежнему все эти районы орут то, что им не хватает сырья, как я понимаю, да? Недостаточно покупателей. То есть, как я понимаю, это проблема с логистикой с нашей, да? Но я вижу только одно решение проблемы, снести все тут нахер
и перестроить это по-другому, потому что здесь вот я больше ничего не сделаю с тем учетом, то, что тут очень пиздец развязки какие получились. Я вижу только вариант снести все это. Мне очень не хочется это делать все. Так, для начала давайте построим здесь парочку метро, станций, чтобы наши жители нормально могли перемещаться между, во-первых, этим районом всем и нашим вот этим вот всем районом. И теперь осталось провести непосредственно только наши дороги, да? Так, я более-менее тут разобрался с метро, которое тут есть. Сделал парочку маршрутов между городом. То есть, чтобы рабочий класс мог добираться до деловых зон, и чтобы студенты могли добираться до непосредственно нашего университета. Решил также я добавить тут парочку маршрутов, чтобы людям было удобнее добираться до их места работы, чтобы они могли не только сюда, но и в обратном направлении тоже передвигаться. Блять, мне вот это вот место вообще не нравится, от слова совсем. Пожалуй, я займусь его сносом полностью. Но для начала, прежде чем сносить что-то старое, нужно построить что-то новое, работающее лучше, чем непосредственно то старое. Для начала у нас пойдет все, ну как минимум я сделаю здесь небольшой квадратик, предназначен для тех людей, которые хотят работать на заводах и производить продукцию. Она необходима городу. Понимаю, что она загрязняет какую-то часть нашей территории, но без этого никуда не денешься. Так, я переделал немножечко у нас данный участок. Хотя, блять, почему-то здесь вот начали сюда поворачивать. По непонятной причине, блин. Ну, тупые, а. Вот хрена сюда поворачивать. В чем прикол? Если вот объехать можно быстрее гораздо. Нет, надо толпиться. Ладно, ничего страшного. Так, сделаем здесь вот районы коммерческие. Ой, коммерческие говорю. Деловые районы здесь сделаем, промышленные. И надеюсь, они сейчас отсюда понесутся не прямиком вон туда. А здесь я эти районы, хотя бы один район вот этот, убираю полностью. Да, пробки скопились, конечно, знатные, блядь. Если я прогрыжу вот эти вот районы... Ну, парк, понятно, парк придется перенести вот сюда. Я прогрыжу, если вот эти вот районы, то пробок должно быть меньше, да? Я тут не провел воду, как всегда. Ну, типичный Мамору. Электричество осталось провести, хотя бы вот таким вот образом. Все, электричество у нас проведено, вода у нас проведена. Замечательно. И, возможно, здесь дальше продолжу вот этот маленький райончик. Кстати, будет неплохая идея, но когда тут спадет загрязнение. Я надеюсь, со временем оно исчезнет. Смотрим по загрязнению. Да, оно тут спадает, но не так эффективно, как хотелось бы. Кстати, по непонятной причине вот эта часть очень стала зараженной. Видимо, тут скопились остатки, которые когда-то через эти шлюзы шли. Это плохо. Нужно отсюда их, короче, переносить. В другое место, потому что я хочу, чтобы этот райончик был целенаправленно у нас чистым. Давайте займемся экологией, ребят. Займемся в первую очередь у нас водочистными станциями, которые у нас здесь есть. Их можно разместить непосредственно в другом месте и скидывать туда воду. Как я вижу, вот эта вот часть, вот это вот озеро... является одним из основных, и если посмотреть, то есть я не могу сейчас камеру больше отдалить, но, как я понимаю, оно дальше туда идет, и оно, в принципе, выходит куда-то в открытую местность. Давайте займемся тем, что сделаем здесь небольшой прорубь, и будем скидывать непосредственно уже вот сюда, скорее всего, либо сюда, скорее всего, сюда, уже загрязненную нашу воду. Хотя очищенная, если будет вода, то будет не так сложно. По факту, вот это вот здесь прорубь сделать вообще сущий пустяк. То есть по факту немножко рельефа снести, и уже вот прорубь у нас есть. То есть вся загрязненная вода будет у нас уходить вот туда. Вот эти вот я, пожалуй, перенесу в другое место. Можно вот здесь вот на берегу их построить. Так, вот эти вот я сейчас в любом случае переношу. Давайте вот сюда вот раз сделаем, и вот сюда вот два сделаем. И их все непосредственно нужно соединить. Во-первых, совсем, а во-вторых, с электричеством. Но с электричеством, я думаю, проблем особо не возникнет. Я сделаю здесь хотя бы одну штучку, такую вот электростанцию, и соединю их. И она должна их все три запитать, по идее, да? Да, она все три их питает. Сейчас посмотрим по воде. Доступная канализация у нас очень большая сейчас. Загрязнение идет, но оно не такое сильное и активное идет, как раньше. И я верю, что рано или поздно вот эта часть очистится у нас. Все будет у нас замечательно.
Вот, экологическая водоочистная станция. Она, получается, полностью очищает. Рано или поздно мы на нее накопим. Станция очищает 85 загрязненной воды. Ну, хотя бы так. По воде у нас какие-нибудь просадочки есть у нас сейчас? По сбору воды, я имею в виду. По сбору воды вроде как нету просадочек. Я посмотрю, хотя есть. Пожалуй, еще одну сбор воды нужно будет построить. И по идее у нас сейчас проблем на таких не будет возникать, да? Да, замечательно. С экологией более-менее мы разобрались. И ждем, когда вот этот вот остров у нас может очиститься от всего. Я вижу, у нас проблемы с мусором начались в этом городе. Это все потому, что вот эта часть у нас не справляется, как я посмотрю. Почему ты не справляешься? Так, посмотрим. Мусор у нас не успевает весь перерабатываться. Ну, поможем нашему мусору. Для начала нужно очистить вот этот весь район от промышленных зон. И его перенесем мы вот сюда непосредственно. Все, мы очистили и немножко делаем перестройку. Так, я построил еще кучу, просто реально кучу мусорных заводов. Я думаю, это мне поможет с моей проблемой, то, что не хватало переработки мусора. А сейчас она более чем забита, и я думаю, с этим проблема в будущем, как минимум в ближайшем будущем, проблем не будет возникать. Я продолжаю тем временем перестройку, переезжание вот сюда вот. В общем, неудивительно, что я психанул и просто решил все перестроить. Но я решил все-таки, что останется все вот здесь вот наша промышленность, или как это правильно называется? Да, промышленность наша. И такие зоны еще тут будут поболее, в следующем обновлении вот этой вот зоны. Чтобы это тупо не звучало. Но я думаю, это как-то поспособствует нашим решениям пробок, потому что они меня реально бесят. Да, пробки более-менее решились у нас, и это очень замечательно. Я продолжу строить здесь такие же районы, как минимум еще одна штука здесь поместится, а дальше посмотрим. Вот это вот я сейчас сношу вообще полностью теперь, потому что она очень сильно здесь не нужна больше. Я понимаю то, что у меня заработок упадет сейчас, потому что промышленности больше не будет, но куда деваться, народ, куда деваться. Главное сейчас мне задача побить это загрязнение гребаное, которое очень здесь, сильно здесь мешается. От этого загрязнения я никуда не денусь, конечно, но я изолировал его подальше от города, я думаю, это поможет решить мне проблему. Также я построю здесь впоследствии метро, я думаю, с этим проблема больше не возникнет. Вот здесь вот мне не нравится, пожалуй, то, что здесь много загрязнений, поэтому здесь булочка одна построится. И можно посмотреть то, что здесь у нас загрязнений практически не осталось. Здесь чистенькая, целёхенькая водичка. Я надеюсь, что здесь вода вытекает, и рано или поздно здесь загрязнение тоже пропадет. И можно посмотреть, как эффективно, на самом деле, эта штука справляется у нас с загрязнением. Здесь загрязнение у нас остается, но от этого, на самом деле, никуда не денешься. Оно здесь и останется, пока у нас не будет полностью чистого экологического водосброса. Так, посмотрим у нас по дороге. 72% на самом деле сейчас. Я вижу то, что вот эта вот часть, то есть выезд из этого города очень сильно забит, потому что все желают попасть вот на эту развязочку, да? Почему здесь останавливаются это все? Так, стоп, убираем, и нормально сейчас должно все повалить, да, все замечательно. Вот и проблему решили. Зачем здесь знак стоп был? Непонятно, только трафик постановился. Так, вот здесь вот такая же, мне кажется, проблема. Да, тут тоже знак стоп, его мы убираем, и хуякс, как трафик решается быстро, да? Ой, как замечательно, и проблема с трафиком решены. Все, ребят, посмотрите, идеальный чистый город, вообще без пробок, это вообще офигенно. Суперски. Комплекс очищен, замечательно. Я что их очищал, я хотел их просто перенести в другое место пока что. А в какое место я могу их перенести? Так, чтобы было доступ ко всему городу непосредственно. Если мы разместим это все вот здесь, вот в этом районе, то будет вообще охуенно, да. Я думаю, нет лучше места для помойки, чем рядом с трассой, как это тупо не звучит. Все, осталось очистить вот эти вот две мусорки, и будет замечательно. Решил сделать вот такой вот небольшой райончик. То есть у него будет по факту доступ ко всему городу. Правда, заезд к нему будет вот не очень эффективный на самом деле. Осталось дождаться, когда у нас все свалки нормально перестанут работать, то есть будут очищены. Например, вот эта вот свалочка, она сейчас очищена, и перемещаем ее вот сюда, и она идеально здесь встает, замечательно. Ой, какая большая потребность у нас в промышленных зонах, на самом деле, я посмотрю. Людям очень не хватает промышленности. Давайте им ее и дадим. Я понимаю, из-за того, что мы снесли большую часть нашей промышленности, людям ее стало не хватать.
разместим здесь как минимум еще одну, а дальше будем заниматься деловыми зонами, которые предназначены для высокой плотности. Все, я закончил размещение еще одной деловой зоны и делаем здесь непосредственно все в рабочий класс. То есть сейчас должна очень эффективная застройка пойти, потому что большая необходимость в этом есть у нас. Прикольно, на самом деле, вот это, на вот это вот смотрите, это, они как маленькие муравьишки бегают здесь. Гроза? Да ё-моё, серьёзно? Пожалуйста, давай не городу гроза, а? В прошлом серии ты меня уже и так поднакосячила. Проблемы с электричеством начались из-за того, что, скорее всего, линия электропередач. Да, перегорела. Это проблема решаемая, это несложно. Жертв нет, загорел здание 2. Загоревшись деревья 419. Замечательно, мне нравится, что жертв нет, это очень даже хорошо. Нашим людям приходится через большую зону мусора приезжать в наш город. Ну, да, я об этом не подумал, но от этого на самом деле никуда не деться. К сожалению. Вот что это такое у нас? Слишком мало служб. А вода есть. Электричество есть. Что тебе не нравится? По поводу... Давайте здесь больницу разместим. И здесь вот больницу разместим. А также разместим здесь пожарную на всякий случай. Чтобы безопасность была на высшем уровне. У меня чистый вопрос. А какой функционал у этого моста? И зачем он здесь стоит? И как долго он здесь стоит? Просто забавно на самом деле. Надо смотреть. Здесь очень, на самом деле, почему-то пишут то, что недостаточно клиентов везде. А, недостаточно рабочих. А, это связано с тем, что туда сложно добраться. Хорошо, мы сделаем сюда здесь веточку метро, значит. И нужно уже приложить сейчас маршрут. Нам соединить хотя бы, если не с основными, то с большей частью мест, которые у нас вообще есть. Чтобы нам, нашим рабочим было сюда легко добираться. Метро мы проложили, осталось лишь только сделать маршруты, бля, с этим вообще сложно у меня на самом деле. Так, я вроде сделал маршруты какие-то, и надо посмотреть сейчас вообще, как вообще у нас метро пользуется, и пользуется ли вообще. И на самом деле мне нравится наши 500 пассажиров, мне нравится это, примерно. Правда, вот эта вот ветка метро очень мало человеками пользуется. Давайте вот так вот сделаем сейчас. Я, кажется, понял, в чем у нас проблема. И мы просто сделаем вот так. Сейчас люди должны более-менее подразобраться с этим. Думаю, сейчас все будет хорошо. А вот эту подземную развязку, которая меня очень давно бесила, я, пожалуй, вообще задестрою. Сейчас вроде как все должны проблемы решиться. Не быстро, но, я думаю, решаться. Правда, мне очень сильно не нравится то, что нашим горожанам приходится вот такой вот маршрут проделывать, аж чтобы добраться вот сюда вот, но с этим я ничего не поделаю, только если придется перестроить полгорода. Хотя можно вот здесь вот какую-то развязочку сделать нам, чтобы они вот так вот под землей сюда проходили, вот здесь вот была бы развязочка у них. Да, конечно, я это сделал, землетрясение нам пришло, да. Прикольно, классно, мне нравится. Нет, только не в городе! Сука! Бля! Ой, бля! Ой, метро-то побило-то как! Это плохо, это очень плохо, ребят. Хотя это очень быстро латается, но то, что факт того, что это все побило, это очень плохо. Дороги мы восстановили. Возможность нашим гражданам ездить есть. Сейчас нужно решать вот эту проблему, возникшую здесь. Проблема в том, что я даже не помню, что здесь было. Ну, хотя бы так большую часть восстановили. По катастрофе 547 горожан погибло. Печально. Остальные последствия землетрясения мы будем разбирать уже в следующей серии. Всем спасибо, что смотрели. У микрофона был, как всегда, ваш покорный слуга Мамору. Я не прощаюсь.